Лунг Хутап Хатл, или День середины лета, отметили представители народа Ханты. В это время они традиционно собираются вместе. О том, как праздник проходил в Салехарде, расскажут наши ямальские коллеги. У Салехарда свой необычный облик. В его пригороде представители народа Ханты установили стойбище, где собирают дикоросы, отдыхают семьями и проводят национальные праздники. День середины лета – это один из особо почитаемых дней у ханты-оленеводов. С измальства нас учили рано вставать, помогали готовить праздничную пищу и надевали нарядную одежду. В это время хорошее качество шкур, поэтому забивают олени для пошива одежды. По ханты-календарю с этого времени солнце поворачивается в сторону осени, а недели, предшествующие этому дню и после, имеют особую силу в виде грозы, молний и обильных дождей. Считается, что с этого дня уменьшается количество комаров. Я вырос и жил в оленеводческой среде. Пусть у моих родственников оленеводов растет по голове оленей, а родственников, кто добывает рыбу, пусть сети будут полными. В этот день нельзя работать, поэтому мы, оленеводы, соревнуемся между собой в национальных играх, везде на нартах, в национальной борьбе, метание аркана на хорей, а здесь очень интересный праздник. День середины лета – это не только определенная метка в промысловом и хозяйственном цикле, но и большое значение в духовной жизни ханты. На праздник приходят семьями. С детства я люблю этот праздник. С дедушкой и бабушкой мы готовились к нему. Пусть жизнь будет полной и разнообразной, как эти угощения, которые я приготовила сама. У ханты есть универсальный тост «Ямномасна», что значит «с хорошими помыслами». И, как показало время, сила этой мысли велика, потому что с давних пор праздник середины лета собирает всех представителей ханты вместе. Юлия Накова, Александр Хиля, информационная программа «Время Ямала», Салехард.